Великий порт – это порт, который будет всегда. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире программа «ЮФО на Сиди», ее автор и ведущий Михаил Баланов, то есть я. И, как всегда, в начале о главном. А главное для нашей программы – это, конечно же, четвертый международный музыкальный конкурс телевизионный «ЮФО на Сиди». На конкурсе «Ответственный момент» закончился заочный, очень важный многомесячный тур отбора участников на конкурс. Закончился прием заявок, и в апреле, в середине апреля, начинается уже ответственный второй очный тур конкурса. Расписание конкурса можно найти на нашем сайте. Это для тех, кто еще не принимает участие в конкурсе. А для наших конкурсантов мы обязательно им сообщаем и сообщим, когда они выступают. Несколько месяцев будет идти очный тур конкурса, потому что очень много участников. Затем полуфиналы конкурса, и затем финал, и громадный гала-концерт завершит наш четвертый международный телевизионный конкурс «ЮФО на Сиди». Другим событием на конкурсе наши готовятся лучшие, наверное, исполнители к поездкам в Германию в октябре месяце. Кажется, что далеко, но очень много проблем. Это и визы, и паспорта, и программа, которой мы хотим удивить наших друзей немецких. И готовятся к поездке в Америку. Также усиленно готовятся наши все участники к юбилейному нашему празднику Дню Победы над Германией. Совместно с Министерством культуры уже второй год подряд наши конкурсанты, это две концертные бригады, выйдут в Ростовскую область и дадут концерты в нескольких городах Ростовской области для наших замечательных ветеранов. Также я обращаюсь к вам, дорогие друзья, если вы хотите порадовать замечательных своих ветеранов, обращайтесь к нам, и мы поможем вам и организуем для вас концерты, где молодые, талантливые, красивые, патриотически настроенные наши конкурсанты споют им песни, и я думаю, что порадуют их. Также 9 мая, в канун празднования Дня Победы, конкурс «ЮФО на Сиди» на центральной площадке города летний, это парк Горького, большая концертная эстрада, дает трехчасовой праздничный концерт, посвященный юбилею, в котором примут участие большое количество наших конкурсантов. Ну, еще я хотел бы еще концерт, кстати, начнется в 19 часов, и я занимайте места заранее, бронируйте эти места на летней площадке, потому что может не хватить вам мест. Я уже не раз говорил о том, что уже несколько лет идет, больше 5 лет идет программа, еженедельно, в любую погоду, еженедельно идет программа «ЮФО на Сиди», и практически у меня никогда не бывает люди по несколько раз, по два даже раза на программе. За редким исключением. Эти исключения можно пересчитать на пальцах одной руки. За некоторыми талантливыми, молодыми исполнителями я внимательно слежу. И вот сегодня у нас в гостях, вот гостья такая. Это, на мой взгляд, талантливая певица, композитор. Творческий очень человек, журналист, наверное, будущий. Кстати, вот прямо во время подготовки к передаче мы с Ирой, а фамилия ее Авакова, Ирина Авакова у нас в гостях. Она пишет песни, выступает, мы поподробнее поговорим. Но я договорился уже с ней, это касается всех музыкантов ростовских. И договорился с руководством нашей радиостанции, нашей телекомпании, которая называется «Дон Казачий», что на нашей радиостанции мы организуем, познакомим наших радиослушателей
с творчеством ростовских музыкантов, рок-музыкантов и другие, может быть, жанры будут. Эти передачи будет готовить Ирина, потому что она еще и журналист. Ты уже закончила журфак, да? Выхожу на диплом. Выходишь на диплом, да? Мимо не пройдешь, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Выйдешь вместе с дипломом. Ну и вот такая вот работа, я считаю, интересная. И ты тем самым будешь помогать ростовским музыкантам. Им эта поддержка необходима, потому что ни одна, к сожалению, радиостанция не занимается ротацией наших талантов. Не крутят. Вот у меня на прошлой передаче был профессор Рушинин. Он действительно сказал, мне запомнились его слова. Он сказал, что по телевидению одни и те же лица. Говорит, они все время в моем доме. Я с ними ложусь спать. Это Пугачева, Арбакайте, Киркоров и другие. Уже спать мы с ними ложимся. И тем более важно, что у нас, безусловно, супер талантливая молодежь. Это и рок-музыканты, и другие. И вот Ирина будет знакомить вас, дорогие телезрители и радиослушатели, с нашими талантами. Ира, ну коротко расскажи о себе. Напомни телезрителям. Что напомнить? Несколько лет назад познакомилась с Михаилом Александровичем. Я понимаю, что это главная веха твоей беды. Да, который пригласил на передачу. Ирочка, ты родилась в Краснодаре, да? Родилась в Краснодаре, да. Приехала учиться в Ростов, поступила в Ростовское училище искусств на факультет хорового дирижирования. Благополучно закончила и дальше решила продолжить карьеру в журналистике. Поступила в Ростовский государственный университет на заочное отделение, где и продолжаю вполне успешно учиться. Мне очень нравится, это развивает, это интересно. Ну, зарабатываю на жизнь музыкой и продолжаю заниматься, в принципе, исключительно ею. Исключительно ею. Да, несмотря на то, что вот в консерваторию путь мой не пролег. Хорошо, Ира, скажи, пожалуйста, вот у тебя же был такой период, когда ты вновь вернулась в Краснодар. Что послужило причиной этого кратковременного, к счастью, возвращения в Краснодар? Меня пригласили, пригласили на работу. Это был магазин с музыкальным оборудованием. Обычно девушек в этот бизнес не пускают, так как считают, что с техникой у них дела плохи. Проблемы, да? Да, но в Краснодаре вот посмотрели на это иначе, подумали, что это может быть интересно, пригласили, научили и дали возможность заниматься этим, ну, так как, наверное, нигде не дали бы. То есть полностью магазин был предоставлен вот в моих руках, я могла проводить там акции, была проведена выставка духовых инструментов, то есть поддерживать музыкантов, не просто продавать оборудование, вот, но и вести Ростов, какую-то культурную деятельность. Ты же хорошо знаешь и Ростов, и Краснодар. Вот, да. Мне это очень важно, потому что меня оскорбляет до глубины души то, что Краснодар, вот по моему, ну, вот ты патриот Краснодара, я патриот Ростова. Я считаю Краснодар маленький, в принципе, провинциальный город. Вот я так считаю. Хорошо. Я там был, маленькие дома там и так далее. Но в плане культуры, в плане многих вещей он нас просто переплюнул. Мне обидно и стыдно. Вот скажи, пожалуйста, в Краснодаре жизнь, тогда они Волочкову притянули, Гаронян там работал, музыкантов других и так далее. Жизнь в Краснодаре более насыщена музыкально или в Ростове? Она насыщена в более, как бы назвать эту сферу музыки, в более классической. Классики, да, в более классической сфере. Но там идет очень большая поддержка. То есть встречаются люди, меценаты или просто люди, которые вот в музыкальном бизнесе давно, будь то продажа инструментов или студии звукозаписи, эти люди поддерживают молодежь. То есть они не просто зарабатывают деньги, они их еще и вкладывают, то есть, ну, Ирочка, я бы сказала, мы об этом что это как поговорим. Бы благотворительность. Это очень, очень важная тема. Я ее, кульминация нашей передачи, она идет кровью у меня из ушей. И мы об этом поговорим. А сейчас я попросил бы тебя спеть. Ты в последнее время в Ростове работаешь в нескольких проектах. Назови основные. Это третий сезон. Это группа. Группа такая, да, это группа, да? Третий сезон, где звучит авторская музыка. Твоя, да? Да. Ну, вот. Естественно, ребята, это рок-группа, они все участвуют в создании музыки, принимают участие. Совершенно верно. Вот. Некоторые из них, вот басист, допустим, это бывший бас-гитарист 13-й линии, который вы уже слышали, да. И с которым мы участвовали у вас, да, сидит, на передаче. Вот мы очень-очень много лет уже сотрудничаем с ним. Очень-очень много лет. Продолжаем. Сказала бабушка Ира. Ну, уже лет 6, можно сказать. Ирочка, слушай, давай сейчас послушаем композицию в твоем исполнении. Ты автор, ты певица, ты аранжировщик. И, ну, это живое исполнение, которое записано минус. А я тебя попрошу сейчас спеть одну из песен вместе с группой «Третий сезон». Это что за песня будет? «Перекресток планет». «Перекресток планет». Слушаем «Перекресток планет».
не остановиться. Там за стенами города ждет меня рассвет. Со всем, что есть, проститься. Не грусти, мне такое снится. За глубокий сон я там десяток лет. На перекресток планет. Спасибо большое, Ир. Ну, вообще, я тебе должен сказать, что глубокие очень меня поразили и давно поражают твои тексты. Это ж не первый твой проект. Нет. Ты начинала Шива, да? Мы рассказали Шива. И глубина твоих текстов. Вот в этой песне меня поразили слова, что люди придумали дверь для того, чтобы прощаться. Это потрясающе, молодец. У тебя много в твоих текстах находок, и это по большому счету. Ты талантлива, давай при жизни это говорить. Я думаю, ты не зазнаешься, ты нормальный, серьезный человек. Скажи мне, пожалуйста, расскажи немножко о проектах, в которых ты сейчас участвуешь. Вот третий сезон. Скоро состоится концерт. Да. А я попрошу наших режиссеров показывать, может быть, фотографии тех групп, с которыми ты работаешь. Третий сезон, да? Третий сезон. Скоро будет концерт 2 мая в клубе «Рок-клуб Асмолов». Асмолов. Вот, приглашаю всех, буду очень рада, если вот кто-то примкнет к уже, ну, к тем, кто, в общем, уже посещает наши концерты. Собственно говоря, мой бас-гитарист, да, Михаил Лазарев. Барабанщик Алексей Федоров. Ну, Лазарев с тобой давно, да? Да, Миша еще из 13-й линии. Вот новый человек в группе, это Дима Кувалин, гитара. Он же сейчас на фотографиях. Ну и я, в общем, 4 человека. Да. Ты пианист играющий, ты у тебя фортепианных произведений, да, ты достаточно виртуозная пианистка, у тебя, я слышал твое произведение, это что это у нас? Это тоже один из концертов третьего сезона. Да. Здесь концерты, вот фотографии из Корка, подземки, чайной лодки. То есть активно третий сезон, в принципе, работает в клубах, да? В основном да, потому что музыка не широко форматная. В клубах сейчас гораздо большую популярность имеют кавера, так называемые. Кавера, вот да? Кавера, да, мы играем уже в другом. В другом проекте. А какой другой проект? Другой проект это Los Piranhas. Los Piranhas, да? Ну, это какого направления? Их то, что за музыканты там? Los Piranhas это проект, где только зарубежная музыка. Это в основном рок-н-роллы, где-то джаз, где-то такие очень популярные шлягеры, очень хорошие музыканты. Горчаков Олег, многие знают его. Да, Толик Романенко. Это ребята все закончившие консерваторию. Да, то есть здесь абсолютно полностью профессионально.
профессионалы. Вова Дребезов на барабанах играет. Очень хороший состав. Я рада, что меня туда позвали на вокал. Вот. И для меня это определенный рост. И третий проект – это «Мохито». «Мохито» – это то, чем я живу. В общем, это моя работа. Это работа, которая приносит тебе деньги. Тогда поподробнее расскажи мне. «Мохито» – кавер-бенд. Мы играем музыку, начиная, наверное, с 80-х и заканчивая тем, что популярно сейчас. Я тебя попрошу спуститься как бы с высот какой-то пирамиды и давай кавер-бенд объясни нашим телезрителям более простым языком. Кавер-бенд – это вот уже полюбившаяся вам музыка, причем совсем не обязательно рок, то есть больше всего мы играем поп-музыки. Но она немножечко звучит по-новому, и все это играется живьем. То есть это полный состав, 5 человек музыкантов, барабаны, все это приносит вот настоящий праздник на всякие корпоративы, Новый год. То есть мы очень активно работаем на всякого рода мероприятиях или просто концерт в клубе как подарок. И даже свадьбы, да? Вы даже свадьбы работаете потрясающие, на свадьбе. Свадьбы тематические. Сейчас очень модно стало делать свадьбы, допустим, в духе бременских музыкантов мы работали. То есть снимали просто музыку мультфильма, и все это очень артистично. Слушай, ну бременские музыканты, а там же какие-то кот и животные там, у вас. Там были, Михаил Александрович, там были заграничные артисты. И мы, собственно говоря, были этими заграничными артистами, которые играли музыку к там замечательной совершенно песни. И вот таким образом все эти песни уже полюбившиеся людям, они звучат не как это принято до сих пор было, да, в кабаках под ноутбук, и вокал. Это тоже все замечательно. Но сейчас появилась возможность приглашать Сколько стоит ваше выступление? 10 тысяч в час стоит. У нас очень откровенная передача, я тебя о многом буду вот таком спрашивать. 10 Совершенно открыто, да. 10 тысяч в час стоит работа, 5 музыкантов, то есть это вполне... То есть на нормальную свадьбу, которая запомнится, вас можно пригласить, и вы достаете большое удовольствие. Давай послушаем одну из композиций. Мы пригласили на программу еще твою коллегу по этому коллективу, с которой ты начинала, и в Шива. Она была у нас в коллективе Шива. Итак, «Расторгуй Авито», Ирина Авакова. Я приглашенный спецзритель, несколько миллионов наших телезрителей. И музыка, и кавер «Мохито». Звучит «Январская вьюга», по-моему, да? Любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится круглая, круглая. Летит планета вдаль сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январь. Любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобрать. Друг друга, а потом
а где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но суматохи дней нелегко, нелегко повстречать. Спасибо большое, дорогие друзья. Итак, прозвучал кавер, о котором мы говорили уже, что есть такое кавер. Ну, я сейчас, ну вот, к главному, наверное, подступлюсь. Ир, скажи, пожалуйста, почему ты все-таки ушла из, ну, или уходишь из творчества, из вот такого творчества, которым ты была характерна? Ты не поверишь, до какой степени я огорчен. Просто не поверишь. Для меня это просто громадное несчастье, что ты, к сожалению, не можешь заниматься вплотную тем, чем ты сильна, тем, что ты можешь дать людям, твои прекрасные просто песни, умные тексты. Для меня ты Земфира, только умнее, благороднее, понимаешь, более воспитанная, более интеллигентная. И ты уходишь вот сюда, в эти кавера, в эти свадьбы и так далее. Это все, конечно, нужно людям, корпоративы. Ну, наверное, не потому, что тебя туда тянет, а потому, что ты должна жить, и, к сожалению, вот в других направлениях они не кормят, да? Они не просто не кормят, вот третьему сезону особо негде играть. То есть у нас по пальцам пересчесть можно рок-клубы, в которых играют свою музыку, да и в тех уже, на самом деле, очень мало кто играет свою музыку. И потом песни какие-то осмысленные, да, сложными, быть, в чем-то тяжелыми текстами. Людям они вот сразу на слух не ложатся. Для того, чтобы кто-то пришел к тебе на концерт, конкретно на твой концерт, тебя должны знать. Нет ротации, нет нормальной записи, здесь негде даже барабаны писать в этом городе, то есть очень сложно с этим. Очень-очень много всего, чего нет. И поэтому это такое, это узкая прослойка вот слушателей, которые у нас есть, страничка ВКонтакте. Они добавляются, слушают, приходят на концерты. Вот это наша основная аудитория. Мы очень рады, когда кто-то еще примыкает к ней. Но она не настолько многочисленная. То есть это не средство для зарабатывания денег. Это вот некое такое раскрытие души. Да мы и не ждем, честно говоря, от этого денег. Просто хотелось бы как можно... Хотелось бы, чтобы как можно больше людей это услышало. Вот да, и все. Вы же пытаетесь изменить мир своими текстами. Это и рэперы, и вы, и рокеры, и так далее. Я просто хочу сказать телезрителям, мы к очень важному моменту. К сожалению, никто, к сожалению, огромному не занимается молодежью. Им негде играть. Я знаю, это и в рок-группе играет мой сын. Та же самая проблема. Потрясающие музыканты. Но это очень сложно. И рок-музыка, она требует аппаратуры, каких-то вложений, денег, качественных. Хотя бы сцены, не везде сцены есть. Сцены, обеспеченная аппаратура, доходит до того, что мы даже на гала-концерте в прошлом году, из-за того, что это так сложно, рок-группы просто мы даже не брали на гала-концерт. В этом году мы разобьемся, возьмем. Люди, которые должны за ним раньше были, пусть формальные, но какие-то конкурсы, и люди, молодежь как-то в них участвовала. Я говорю, раньше, до всех этих моментов, до перестройки, до прочего. Сейчас нет ничего. И те, кто должен заниматься молодежью, ей просто не занимаются. Разные наши молодежные организации, они, к сожалению, занимаются заседаниями. Я постоянно слышу о их заседаниях, о их каких-то решениях, они там выносят, что-то выдумывают. А там, где молодежь, где конкурсы, где просто собираются, молодежь, их там, к сожалению, просто нет. Это беда наша. Еще одни люди, которые могли бы помогать музыкантам, это просто, ну, я сейчас подбираю слово, глупые. Просто глупые. Это владельцы магазинов музыкальных. Они ничем не помогают.
И если так будет продолжаться, закончится вся музыка, им нечего будет продавать. Они этого не понимают даже. Временщики какие-то, они торгуют, к сожалению, инструментами, и все это без пользы. Богатые люди, многие из них, их дети, к сожалению, становятся наркоманами или отморозками из-за того, что они уделяют время культуре, наши богатеи. К сожалению, молодежью не занимается никто. Я не знаю, этот крик души, может быть, кому-то пробьет. Я пробиваю еще раз, говорю, головой стену, может, в очередной раз до кого-то мы достучимся. Ирочка, я просто, наша передача подходит к концу. Это боль и твоя, и моя. Но я рад, что вот у нас наша телекомпания что-то делает для молодежи. И новое веяние. Это большой плюс, что ротация будет на нашей радиостанции. Да. И мы вместе будем работать в этом плане. Я желаю тебе всего доброго. Я думаю, мы будем сражаться до последнего. Ира, меня не убивай и не уходи в эту коммерческую. Плюнь ты на нее, эту коммерческую музыку. Я все с любовью делаю. Да, хорошо. Даже эту коммерческую. Это я знаю качественно. И давайте посмотрим, я прощаюсь, желаю вам успеха. Телезрители наших, не устаю приглашать, 9 мая будет потрясающий концерт «Силами». Приходите на конкурс, будьте вместе с молодежью, со своими детьми. А мы давайте послушаем фрагмент и посмотрим выступление группы «13-я линия» на UFO на CD. По воде секретами. Закрой мои глаза, мне будет так легко, так легко. И уносит ветер голоса далеко, далеко, далеко. Задыхайся, оставайся в нашей пристани, в нашей пристани. А я шепну тебе на ухо, ты единственный. Бесконечно будем быть по течению, по течению. Только ветер, только ночь, вдохновение. Хочу тебе сказать, ты мне нравишься, 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 нравишься. Так приятно на цветах, запахом любви, запахом любви. Только ветер, только ночь, только я и ты, я и ты, я и ты.